уже все, ушла и ушла. На кого? Чё? Ну вот это, блядь, Анкахара, которая Крит Хаст. Я забираю. Я еще раз говорю, по приору смотрите, я дал этому кому Гомосеку. Он нам Вилане приор. Он там на дне, нахуй. Вон, на Вилане тогда. Хорошо, ты мне не отвечаешь. Ну, подойди-то, да, все, базары. Я же написал тебе в ПМ. Все, планирую. Я ему думал, снял, я ему снял, тебе накинул. Вот он, я здесь, прыгаю на сикарашке. Ну, пошли на корабль быстрее. Чьи ты прыгаешь? Ну а вот, блядь, стоим на подкове, ебаный. Тут колдун какой-то подбежал, нахуй, я бегу. Черная магия, колдун не будет. Сейчас, погоди, у меня тут говно в сумках. Хуёво, когда говно в сумках, да? Ты уже определишь, что хуёво, блядь. Хуёво, когда висит, блядь. Это, сколько сейчас стоит токен Т4.3? Сто. Кстати, да, сколько? Сотка. Сотка, да. Токен сотка. Я надеюсь, ну сейчас... А питомцам давно стихии добавили в коллекцию? Так, кто у меня там, Эвилаша? Да. Вы что, мы в три танка идем, вы смеетесь? Давайте кто-то с вас в ДД быстренько прыгайте. Кто там? Ну, Эвилаша, не знаю. Давайте кто-то в ДД. Прыгайте быстрее, Войд потанчить хочет. А то передумает. Я танчу. Давай я прыгаю. Говно ДПС показывает. Юля, что ты не будешь спекаться? Все, тогда я на этом корабле, на нашем, запустил. Смотри, как так у меня на медведе, нахуй, ранец-то, ебать, торчит, нахуй. Просто в грибе. Двигатель. Хорошо, кого торчит. Херово стоит. Сука, ебаный в рот. Прям в гриву воткнули, нахуй. Ебать, безбожники, нахуй. Бля, на церкви на жопе был. Да, на жопе посмешнее было. У кошки, когда на жопе был, это вообще пиздец. Ну потом на спину переделали. Такие две торпеды тупо, блять. Ну, блядь. Кишка вывалилась, нахуй. На реактивной анальной тяге. Короче, сейчас смотрите, блять, сурок. А, корабли. Сука, а надо мне что-то, нет? Сим, так только вернулся, уже Вайда ебет. Тихо, нахуй. Блять, что за нахуй за АБМ? А у меня почему-то с обычки с счета Алтора. Мне, походу, надо их пообновить ассортимент свой. Слышь, Войд, ты на нашем корабле будешь? Да. Короче, мне еще надо плащ, потому что у меня почему-то 64-го этом левела, блять, с рука. И да, мне еще... нахуй, как? Еще травму, короче, надо. Сука, что мне еще надо? Мне, блядь, с каждого босса что-то надо. Заебал, блядь, друид 4 спека. Мне кольцо нужно на 3 спека, нахуй. Было бы 4, я бы охуел. А почему Трон... А почему Рахель сдох? Это жертва. А потому что танчуем поставили, мы теперь танчуем, ебать. Рахель, ты тут, нет? Идиот, я чутка. Ну на, вставай, короче. Чё ты? Культ, вот, развалился, вот, ебать. Вот тебе иннер. Подхиливай там Эвилашу. Я хочу пиццу. Это я и бочерану забыл надеть. Пытаюсь вернуться на корабль. Я хочу пиццу. Я хочу. Охуеться не. Я хочу пиццу. Хочу ударить кого-то поймало. Я хочу суши. Хочешь меня? Суши давно не ел. Хочешь меня? Майонез. Нормально, Сань. Не говорите про еду, я нахуй уйду сейчас, блядь. Я блядь, ты поставь рядом с собой, ну, какую-нибудь, я хуй знаю. Как там геймеры делают? Ведро с едой. Ну, ведро, блядь, просто. Геймер! Ведро с едой, поздравить, блядь. У тебя есть какая-нибудь бабушка, я хуй знаю, там, дедушка, тетя там? Познакомиться хочешь? Не-не-не. Не, ну могу тебе номер дать, бабуля, надо? Ты ей закажи пирожков там настряпаешь, вот это тебе ведро надела. Старость детей захотелось. И короче, просто у нее... Трое детей, куда ты нахуй? Просто возьми у нее пирожков и поставь рядом, когда вот сидишь, играешь, так хуяк в рейде, хуяк пирожок. А бабушка живет, блядь, ой, заебал, какая бабушка. 8000 километров. Усынови Закханыча, блядь. Не надо. Ну, ну чё? Да он ты не прокормит, ты почтой заказывай. Войду, зарплаты не хватит, блядь.
Так он меня будет обеспечивать. Свапнусь на сурке с призоном. Хорошо. С Лолиту что? А у нас призон есть, блядь, в рейде? Призон это то молоко, нахуй. Ты что, блядь, не знаешь? Героев надо знать в лицо. А почему молоко? Понятно, почему я тебя всегда не узнаю. Ну том молоко, томское молоко, нахуй, что не понимаю. Ничего, а потом, когда, блядь, ты его у бабушки каждый день видеть будешь, лучше будешь знать, блядь. Что, с Томска, что ли? Фирма да такая. Нет, блядь. Он веселый молочник. Я покупаю, кстати, томское молоко. Дурак, блядь. Покупаю, блядь. Анжерское, главное, не бери за лук. Это я не знаю, мне такое не продается. Он так говорит, как будто, сука, скидку хочет какую-то выклинчить, блядь. Я покупаю, нахуй. Может, мне какой-нибудь купончик, блядь. Скидка постоянно влияет. Лон на молоко, блядь. Не-не-не, он скорее как этот, блядь. Это, надо знать. Чё за хуйня? Алло, блядь, почему Red Bull дает комнату? Алло, я что-то не понял. И в Археле кто пиздит? Ну-ка, а чё вы, сука, а почему вы ружейников не бьете? Они в Берсе уже стоят. И Вилаша умерла. Улетите, улетите быстро оттуда. Быстро, улетели все оттуда. Пока, нахуй. Улетели быстро оттуда. Ёбаный волк. Вы что, блядь, тормоза, нахуй? Быстрее улетайте. Здесь трэш бьём. Не, я коммунист. Ладно. Значит, сука, это, молокос Вилаша далеко лежит там? Ты долбоёб. Да, ждем, пока стаки скинет. Сами тут с трэшем справляйтесь. Полетели нахуй. Я сейчас его подержу. Мага бьем. Следующего твинка назову Эрос, чтобы в слезах был и Танатос, и Эрос. Пидерос надо назвать. Чё, я охуел, ёпта. Пидералиссимус, блядь. Все это. Быстрее убивайте, ёбан. Хули один человек бьет только. Все, пушки? Это пушки быстро. Я отважно. Пушки, садитесь быстрее, стреляйте. Пушки на макушке, бабушки. Убивайте быстрее эту хуйню. Что-то мы расслабились с вами. Что за хуйня? Давайте быстрее. Ванна. Юля, тебе надо. Чтобы вы больше пиздели и съедили меньше. Вы чё, блядь, забыли, как каша пахнет? Юля, тебе надо голос включать и надо кричать. Сука, сейчас это скинуть стаки надо. Ну хотя бы что-то такое сказала бы. Скинуть? Макро сделай. Мы сидим, сука, нам, блядь. Нам похуй всем, блядь. Никто нахуй не смотрит, блядь. А я не, ну, тоже никак матрес. Не могу как робот, блядь, за вами, за всеми смотреть, блядь. Лучше. Челики пиздят там, нахуй, видишь. Давай, ГБ, давай. Будто ты, блядь, сидел молча и не пиздел, ёбаный. Я блядь. Не знаю, пиздец, блядь. Я хуй знаю. Да нет, понятно, блядь. Да у бабки, блядь, квартиру отжать хотел. Так, давай, ГМСек, мне кажется, у тебя хуёвый этот танк, нахуй. Давай, вот тебе монета, нахуй, будешь, блядь, тебе нормально. А чё за хуйня, блядь? Чё за лут, да? 37. Это школка, нахуй. А есть у кого на хас приблоды, два штуки? Приблоды есть. Да, третники. Приблуда. А, бля, вспомнил, что у меня, сука, было на Е, у меня припод был, ёбаный в рот. Припод на П, вообще-то. П, припод. Пидор. Спасибо. Сука, дауны, блядь. Дай рыбу будет. Сейчас, блядь, добегу, видишь, я бегу, блядь. Похуй, блядь. Бегут. Вот рыба. Сейчас будем хуями мериться. Спасибо. Блять, ГБ бы еще кто поставил. Дайте, поставьте ГБ, возьму себе, блять, флаш. Что, передумал? Ну-ка, я еще сейчас ДД шмот одену, нахуй. Я вообще, ебать, сейчас выдам, нахуй. Я сейчас еще припот выпью. Так. Серьезно. Серьезное заявление. Да, серьезно. Так, я-то еще думал, припот, да ну нахуй. Пулы на Войда первые, короче. Серьезно там делать, нахуй. Ты чего, ты ебанулся, какой припот, нахуй? Вот на мишке, Срязный. Я что не знал. Слава, можно мне 50 хп за шею? А вела не передумал. Ты что, бля, ебанулись? А пока вы что будете? Нахуй, чем бы симприора терять? Блять, твой бит намутил. Варики, нахуй, ГП лутаешь. Ой, блять. Че, реально? Че, реально возвращаешь? Все, все, да-да-да. Давай мне, заебал. А, да. Ты не захотел, мастер, наш тебе, блядь, написал. Всё, я, блядь, ты откуда знал, что ты туда идёшь? Да ёб твою мать. Так чё ещё раз, кому нахуй?
Я всем ГП ебанит. Это тихо, хватит ржать нахуй. Кому еще раз это говорю? Я отдал ее или нет? Короче, блять, и ну завязывайте с этой хуйней. Раньше, чем я смот вам отдам, сука, решайте это говно, блять. Не, все, сори, блять. Или сейчас я вам нахуярю, блять, по сутке, блять. Я увидел, блять, минус 8 приора, я охуел. Кому ГП дать сейчас? Да нормально же гомосека, было. Гомосека, все, гомосека забей. Апокалы, да, как бы заиграли. Ясно, нахуй, в очки да. Апокалы заиграли. Там, нормально же. Плюс 40 статов. Том нормально молоко... же общались, блин. Этот, а где Рарник? Том молоко за Святоса, так. Святос за том молоко. Пиздец, я просто... Рарник, где приор, ты нахуй, его? Он там что-то, блядь, ой, где-то плавает. Ой. Ладно, где там равник, блядь? Чё, приза не будет заходить? Чуханчик 0-2. Так это закон подлости на последней десятке осколков, они откручивать нахуй начинают, блядь. Как минус откручивать. Просто крутит. Если тебе сейчас хоть один выпадет, тебе уже, считай, повезло, блядь, так что, ну... А Вилания, так а ты бы забрал все равно у тебя на этом же КД? Сейчас, блядь, скажут, давай еще раз. Оно не сменится так, чтобы... На следующей неделе у тебя... Таково, на следующей неделе у тебя оно будет не просто не 8, нахуй, а 3. В убыток просто, и все. Ну, так... Я же за приором слежу. Рарник тут? Сейчас тебе надо... Надо за базаром, нахуй. Надо было в 15 году люксовую приору брать, блядь, максимальный комплект. И потом катать через 10 лет. Запустил. Рарника нет. Люксовый приор, бля. Сидел бы, следил за приорой. Тебя хуйнуть на пол. Да, где рарник нахуй? Знаешь, как охуенно. Алло, блядь. Белая за 550к всего, блядь. А где рарник? Не ебал уже, заебал. Как бы приор упал. Все, пизда. Хуёк, это такой вопрос. А мы сможем перед чумкой зайти на кровь сначала и убить лан? Перед проходом. А мы, наверное, сегодня только два босса убьем еще. Ну, кроме сурка. А где рарник, нахуй, мне объясните? Ну, как раз два босса принца лана. Рарник, он сзади его стоит, нету, нахуй. А хули он там стоит, нахуй? Отдыхает. Учи, парень, чё он? Хуекс. Реально, хуй индук. Почему ты Мурлокос там шмот одеваешь? Какой-то непонятный. На танка. 10 секунд до пула. Это я спутил собак. Это я Бэм гладил. Что? Нахуя ты АБМ угладил, я хуй знает вообще. Здесь, зачем мне Дитлас такие цифры с пула показывает, ебанутые? Да, 40к там Апродокс. Ну там 40к, все правильно. Не, у меня по 200 нахуй было. Ну 200, потому что... У тебя там обновление стоит. Ёбнул. Кузя, бля. Ёбаный в рот, сука, иди еб... быстрее. Ебло, блять. Просто очко горит, когда эти мобы убегают, нахуй. Ну там старфолы были, ты. Сложно их забрать. Расслабься. Two, one.
Короче, нахуй. Алло, нахуй. Рисую Ляночку, алло. Вставай. Как дела? Бейте трэш, нахуй. До того, как он вырастет, он должен быть убит, нахуй. Если это непонятно, нахуй. Сейчас, блядь, я вам нахуярю на Т5 ГП, нахуй. На покалы и на всю хуйню, нахуй. Сейчас я посмотрю, блядь. Дай бог еще он кого-то разъебет, нахуй. Выросший трэш, блядь. Имейте в виду, нахуй. Я вам сказал, блядь. Я их хуйню такую ебал, блядь. Так, что-то на тебе. Что это за круги вокруг босса? У кого такая, блядь, анимация? Дворф черного железа вроде. Ну, лучше с дворфы, да. Такие вот. Уже. Да, уже, да, это да. Дворф. Урарник вниз. Ебанутый моб, нахуй. Где Морлокос? Он дал рань? Нет. Ну и бич. Ну чё, что ты сам себя Морлокос-то? Не поле зрения. Непонятно. Морлокос вообще в танке почему-то. Вот это следующий опыт. А, он за дверью сидит. Где сидит? А, там впереди за дверью, которая закрылась. Откуда Сурок выбегал? Сейчас заебись будет, нахуй. Нам Сурок хп рестит себе, нахуй. Будем кайфовать, нахуй. Там жадко путешественница. Ну кто, блядь, музыку строил? Рест. Сука. Мы для этого Т5, да, выбивали, чтоб, сука, убивать, нахуй, босса, блять, с 10 метками, нахуй. И в минус 5 тел, блядь. Не тем людям ты даешь. Чего? Тебе забирай. Ебало, блять, сука, нахуй. Какая гробовая. Еще народ ебал, да. Нахуй, блять. Беса. Классно. Хули классно, нахуй. Хули классного, нахуй. Так что у нас метка сдохла за дверьми. Его отхилило, нет? Ну, метка сдохла за дверьми, его отхилило, это еще минуту назад. Ну, так у него. Ну так вот, нам и не хватило добить. Закон и дал. ГПшку накинул. Мы типа новые инсты учимся убивать, а эти разучиваемся, что ли, нахуй? А, Бэма, Гарри, вот что, на профи? Да. На сортке. Да, на профи, блядь, ебать. Очень сложно. Я учился, бафнули профа, пиздец. Не можем убить, нахуй. Урлокос, ты какого призывает? Хуя в танке, нахуй?
Есть там замена, нахуй? Бля, а чё мне экран не загружается? Ты куда делся? Ну экран не загружается, вот. Я показывал, скрин скинул, вот такой экран. Я в игре, вот сам в игре, у меня вот на экране вот эта херня показывает, загрузка. Так, ты просто повис. И... Амазик просто размокает. У нас часть рейдов трэш вообще не играют. Не в комнате. Так надо глянуть урон по трэшу. Сейчас я гляну, я... нахуй. И ГП на часть хуерить. Так, давай. Плава. Значит... Ну, у меня только 9 можно линкануть. Там что-то дальше мутит. Сейчас я так посмотрю, нахуй. Шелфир 240. Так. А вон линканули. Invisible 700. Prodox 800. Вика. Так, есть. Эй, 140, блять. Вот Хэлла 800, нахуй. Не еврей 30. Не, ну хорош, блять. Я еще что-то могу про аркан магов. Танатос, нахуй. Арканов еще ладно. Можно скинуть, типа, я хуй. Не еврей, нахуй. Ну вот, два бича, типа, нахуй. Ну, за арканов ничего не скажу, но за, блядь, за фаера пирыч можно кинуть, блядь, в моба спокойно. Просто, блядь, какой одну пирыч, кнопку нажать, брат, и вот тебе, блядь. Мне похуй, фаер, блядь, мне похуй, какой пирыч, фрост, фаер, хоть хуяер, вообще поебать, блядь. Мало. Чтоб трэш был битый, блядь. Я гамма размут, а там, блядь, очень просит, и больше сказал не будет. Извиняется. Ёпта. Спасибо. Куда его замутить? Блять, лучше бы не размутил. Все мутит опять. Шкаф ставьте. Мне в комнате. Продолжается, что там. Гретрик. Сидеть будешь. Вместо того, чтобы уже это еще два босса убить, нахуй, мы стоим здесь, нахуй. Спасибо, блять, кто трэш не бьет, и кто всякую залупу делает, блять. Так, рыба есть. На кого трэш напуливает? На любого танка, без разницы. Ок. Где рыба, нахуй? Там где-то стоит. Съели. Блин, дайте маги хоть ставку, блять. Блять, ждать заебешься. Да, он сразу активен, так что ну, там. Вот что просто дай. Тарарник что, вылет был или что, блять? Не-не, меня выкинуло, зависло, блять. Ебаная игра, все по минимуму сделал, она виснет. Что за хуйня? У меня графика на минимум, я вижу за. Перед собой только, сзади ничего не вижу. Блин, за рукой, что ли? Вот все пиздец. Вас двоих магов проверяю на дамаг в трэш. Хотя бы, блять, 100к дайте мне, хотя бы, блять, какой-то. Ты держи дамаг на месте и бой 100к. Чего держать? Вместе, чтобы по ним ОЕшка заходила. Какая ОЕшка, блядь? По ним ОЕ урон зарезан. Не знаю, у меня ОПшек нет, чтобы их на месте держать. Вон, которые стоят возле бога, хотя бы у них дайте что-то. Вот это, блядь, сильно отличается от того, что было на... Сейчас нормально убили, прям очень быстро. Ну вот, нахуй. Я проверю Танатоса и Еврея, блядь, имейте в виду, нахуй. Проверка на пидора. Будет 0, нахуй, будете каждый сурок лутать, блядь, 25. Ну не евреи, там уже топ-2. О, трэш. Говорю, декашный токен кому отдал? Не помню. Танатос. Танатос. Вот я сейчас босса держу, вообще никак не могу забрать. Вот, стронтил одного. ТЛПшками попроще, да и протопалу попроще его собирать.
раз поляры воронки выпали. Да. Ну, две воронки только есть в ГБ. 12 воронок дофармили. 4. 6 воронок всего. Вот. Это Ванька уже с двумя кусками? Ванька, да. И Танатос с двумя. Получается два Ваньки. Ну, ГДЦ Ванька, чё? Надо на завтра план продумать, как мы будем делать. Ну, доносить надо. Целка. А четыре босса? Ну, кого ты собрался доносить? Не знаю. Четыре босса куда проход открыл? ЗС. Сейчас, блядь, секунду. Давай там бидон тотем, давай Юля незыбку. И давай массакру там. Массакру, да. Трэш мостом, да. Вот эти вот круги красные от босса, это что такое? Это дворфы черного железа кидают хуйню. Это расовая дворфов. Войд, браза и... Войт, Войт, извини, пожалуйста, я просто очень легко хотел ДПС ГЦ, осколок! Ладно, ёпта. Ладно, извиняю. Я несколько кликов делал во время ротации. Извиняю, ещё плюс. Ну, сам понимаешь. Что надо было письками помериться. Бля, я не успел на печеньку нажать, сука. А там Вадикон выше всех был. А, Вадикон. Танатос, блядь, тебе говорили, блядь, нахуй. Будь человек. Да похуй. Похуй. Ну ладно, похуй, убили, блядь. Да там, блядь, он шотался, нахуй его бить, блядь. Я пока свечусь, блядь, сколько и вот прыгну так, так. Вот так ты, нахуй, каждый подумай. Думает. Еще думает. Другой Васян так подумает, нахуй. Ну. Вообще ноль урона. У Ешек вообще ноль. У меня чисто соло таргет. Есть боссы, на которых лучше замеряется ДПС, блядь. Да в смысле, да какие? Кроме этого никакого. Есть. Робот. Вон, а куда пойдем? Гниль. Книль, кстати, держу в курсе, замеряется точно. У нас по времени, может, мы Валю ёбнем? Тут как раз пока трэш, пока Валя. Не? Чумку идем. Пошли Чумку. Чумку? Давай. Ну тоже двоих убьём. Так, Седжу хочет запы, а этот самый... Да это ну если никого не закинь. Гомосек тебе нахуя, не? На ретрика, гоморетрик. Ты что, ебанулся нахуй? Ретрика на СРПБ? Да, СРТТГ возьми. Они СРПБ. Хорошо.
Либо СТТГ, либо СРСки обычки. Хорошо. СРСки. Там хостовые хотя бы. Дай бы кинуть. Или ты сам кинешь. Какой по счету? Первый. 41 осколок. Ты реально первый? Да. Администрация решила, что-то слишком часто осколки падают. Денег от этого, ну, Так это ж они, блядь, всегда так делают. Когда остаются последние 10, они начинают откручивать, нахуй, чтобы, ну, чтобы человек подольше упал. Да. Что-то пусть хуйся открутят. Воображение в твоем. Реально. Вот за воображение плюс. Просто я говорю, у них денег мало стало, они решили денег тебе побольше сделать. А что если зарядить этот мейнбласт на ТТГ и просто шотнучили их? Ну, вполне возможно. Бля, мне один раз смертельный удар от армстав 4Т5 прилетел, ебать, знаешь, там нахуй ну, тут 10 тысяч ебал, да, я в курсе, вы дисплей будете вообще? Пока что нечего. Ну, потому что я дисплей, блядь, сижу за вас. Ты видел, как тебе можно? Роги на ТТГ с этой ТТГшной тринкой просто амбушем бьют, тринка прокает, хотя не должна в ПВП работать, но она с первого удара все равно прокает, и тебе полъебало сразу выносит. Да, Лутера. Ты, которая вечное это... пламя? Да. Так она будет ПВП работает. Она работает. Она написала, что она не будет работать только на аренах и рыге. А, вот так, да? То есть она будет заебись. Конечно. Вот. И обычные трени тоже работают. Ну да, так ты 4 зарядишь, блядь. И майнбласт. Ну, раньше пламя еще больше жестче было, типа. Там что-то по 11 типа бас подняло. Там сколько, на 20-ку раньше, или сколько там, 11 тысяч урона было? 20. Пчела там что-то 15, или сколько забитано? Типа с учетом на всякие резисты, там можно было просто ваншотнуть, типа. На шизороге. Залетаю в магазин, выпускаю магазин. Ну, в принципе, одетым ты ПВЕшный таргет и так. Давай сюда заводите собак двух. Я ловушки сниму потом. Чтоб времени не тратить. Бля, там души в ловушках, пиздец. Сколько это душ? Как бы... Получается, мертвые души. Реально кусок души. Т5 я нихуя не буду снимать. Заманчиво. Руслан Булдыга, блядь. Зато души, ебать, чё. Ну, реально. По-моему, вообще выгодная хуйня. За кусок Т5 я твою душу бы взял, блядь. Окей, каждый раз не буду снимать. Мне тут досталось, блядь, 230 дуждов, ой, 270 дуждов фарбить, каждый раз, блядь. Ой, бать. Моя. Опа, ствол в собаке. За 2К. Ствол в собаке. Что, блядь? Собаки ствол срезали? Она ствол на стрелку принесла, сука, блядь. После был в кате. Приходи один, и мы одни придем. Договаривались же без столов. Это, блядь, сейчас друзей приведет, а ствол взяла, блядь, ну пиздец. ОПГ одуванчики на. Подсолнечки. Подсолнухи на ОПГ. ОПГ не поедет вообще, блядь. Барбарик. Нас боялись даже нахуй фула 9, пацаны, блядь. Опа, ленточка. Ой-ой-ой, прелесть сюда, нахуй. Ленточка. Ролить надо, получается. Да нет, так забираешь. Давай. Опа. Ой, кто-то ловушку, блядь. О, повезло. Повезло, блядь. Да, ассиста, слава. Реально. Зеленки надо пособирать. Бля, наебал, с них души не дают. Ну вот я так думал, что я помню, что с них вроде души не падали. Какая же душня, блядь, с этими душами. Ну конечно, нахуя меня слушали, бля, я ж всего лишь седжу, блядь. 98, я всего лишь седжу. Мазек выиграл. Гому-гому зэк. Че, кто там на боссе? Я первый буду. Я на тебе только выйти. Ок.
Давайте, подбегайте. Да, забирай, забирай. Что-то я не понял, нах. Сейчас мне еда стакнется. Где там продукт? Я бегу, я просил. Афганшлищики, блядь. Я в Даларане был. Заебись. Как там в Даларане? Давай, тоже можно взял. Около костра. Эй, я шел эфир. Пролагало что-то. Охуенная дотка, Геру. Благодарю. Ну чё, ханта нету дотки? Нет. Да, как там милики? Ой, не видно. Ёп мне кошка же поехал вообще. У тебя я вообще пельмени не вижу, куда летит милизона, блядь. Его просто не видно. Да не, он под ногой был, блядь, скотина ебаная. Ну чё-то я-то увидел. Красава. Красава, я тоже красава. Города Д. Города Д. Чё, пиздец, всё, кончилось, нахуй, везение, блядь. Мэтфок, срезай его. Вставай быстро, спору словить надо тебе. Быстро его захилить, спору слови. Потом, блядь... Панка, в Юлю. Значит, этот... Кинешь, короче, на него каплю хулидринка на Танатоса, на этой гнили. Ну, подохнет нахуй, блядь. Какой он 6 блоков? В РДД. Ну, блядь, ну, пускай нажимает. А вдруг не нажмет? Должен. И стойте, сука, получше, вы вчетвером блевали, когда он сдох, нахуй. Два хила блевало и два бича других. Мили, тут... под ногой справа. Тут один из них лишний был. После этого гнили уже будешь забирать. Амазек. Ушли, ушли. Да ушли. Что? Просто ушли. Далара. От взрыва. В РДД. Массей в архиле. Мили под левым углом. А чё они прохилили-то? Ну ладно. Друид инвалид, резай хэл. Не надо. Я встал. Бахните, как по лапку присобав в РДД полетит. А чё, где спор? В РДД, в бидона. Под левой ногой. В мили, под левую ногу. Ну,
на, вот тебе еще осколок. Да, он уже все испортил. Ссылка. Все испортил. Еще бычку придется латать. Осколки можно подарить, интересно? Нет. Они не 3D-бельные. В инвентарь тебе скинуть? Не, я имею в виду через этот, через бонусы подарки. Можно, по-моему, можно. Где тут они? Задания, ебать. И что, ты подарить мне хочешь? Сколько там не хватит? Осколок льдать. Себя. Прямо удар. Прямо удар. Они только покупаются, я не вижу, чтобы они дарились. Маунты дарятся вроде. Да на аккаунт ему закинь денег. Эх, падло. А мне, как тебе, Авелания, последнюю секунду боя заканчивается синяя джага, сука. Крудак, ты 5, можно мне? Конечно, он убьем кого там. Этого, блядь, Келя, вот будет тебе грудак, блядь. Любимо. Так, я на боссе, ваша на слизнях. Так, кто там? Дышники есть. Значит, на рендже будет... Пасифея, Вадикон, Шелфир, Хэла и 4 мага. А, подожди. Какой... Ладно, блядь. Лутера, да? И 4 мага, ладно, хуй с ним. Пускай Мэтфокс под дебалом стоит и 2 лука тоже. СС, и, короче, то молоко дай по Пасифей, а Ляночка дай по... Хуй знает. По Вадикону дай, он на Радже там. Войт, а ты тем, кто печеньки берет с ЦЛК, ты им ДС-ки даешь? Да. Кайфец. Вадикон тебе надо, кстати? Или у тебя там есть ДС? Не, я куплю, у меня ОДМ нормально. Так у меня есть ДС сейчас в ГБ. А, если прям сейчас есть, то можешь дать 3 штуки. А, поставь ГБ. Они для этого лежат у нас. Так. Тут не надо. Артём, вдруг если встань. Так, рейнджу самостоятельно, куда вы там вставать будете, сами решайте. Ты вроде строгим адресом. Танатоса забафайте, инту просто баф по нему. Хэла забафайте. Один хэпал, значит, на пасифею, второй, ну я хуй знает, Вадикон вроде поживучий должен быть, у него дубовка есть. Может, на какого-то мага? Похуй, короче, как хотите. Танатос, я готов. Ты тоже не в этом месте стоишь. Ты с магом тут стоишь. Я всегда здесь стоял, чел. Да без разницы. Ну, кстати, да, бедонец, всем по 2 человека, не? А раньше отсчета не пульте, блядь, милик. А, типа, покажите ДПС, блядь. Большие под... Вот маленького, маленький не должен съедаться большим, нахуй. Не допускайте этого, блять. Маленькие только с маленькими сводятся, большие только с большими. Вот это хуёво сейчас было, блять. На РНЖ, если маленький на вас стоит, вы его к стенке отворачиваете, чтобы он туда обливал за круг. И стоите дальше, бьете. Вот к стене отверни его, вот. Yeah.
Травма ебаная заебала. Выпадет, нет? Нет. Нет, даггер будет. Выпадет. Должна травма выпасть. Заебался ее фармить еще. Сейчас, что за ДПС дерьмо ебаное? Большой подбор. Так, ну пока он на мне там заберешь. Прохил, прохил. БР. Голоса, это Вадикон резкий. Там не хватает людей на РНЖ сейчас, если что, смотрите в виду, блять, может мир зону заблевать. Че, продукса реснет кто? Вадикон, реснешь. Я не могу убежать в центр. Ладно, я реснул. Ты ж понимаешь, что и быстрее не выходит. Готовимся, готовимся. Здравствуй. Отбежали, отбежали с центра, быстро вышли оттуда. Сейвые гимны на ХП. Ну пиздец, вы дрочите что ли? На рейндж 2 лока выходим. Друид инвалид, транквила на рейндж. Остальные. А мне слизнюк был просто. Массейв барах. Так, теперь у кого два тела на рейндж, 3. Я встать могу, только здесь лужа. Надо ждать. После лужи встанешь и реснешь хэва. Не, я выбежал тоже на рейндж. Все, встал, хильте. Вадикона захильте. После блевоты, ну, рез и хэла там как достанешь. Захиливайте оставшихся. У кого еще есть БР? БР ФКД. Мудфокса, 30 секунд. 30 секунд. Захиливайтесь. Как откатится по сифе реснишь, по ней сразу частицу обновите. Угу. Будет ли сейчас взрыв с этих слизней? Так, блевоту захиливаем. Привет, как? Так, вроде пока нету, да, нормально. Ну, резай по сифею. По сифею захиливаем, вставай сразу, захиливаю щиток и частицу ей. И захиливаю. Захиливаем, захиливаем. Всех захиливаем быстрее. 5 лямов добью тебя. На рейндж что-то выйдите там с хилов. Друид там, крист. Я уже на рейндже. Да, у нас на рейндже хватает народу. Сюда ебаное кольцо. Я говорил. Хули ты говорил там? Я не знаю, Глеб, тебя Сирус троллит. Я тебе говорю. Кстати, а кто-то сделал квест? Войт, это все? Я могу сдать квест, я сделал квест. Идем на профа. Бежим сдавать. На профа так надо. Идем на профа. Так РТ начался. Так РТ все. Один трай дадим. Ну сейчас квест дадим тогда. Суманите там на квест. А что, кто-то еще заразился двумя? Или только я? А там разница, там один нужен. Ну я бегу. Будет хуёво сейчас, если сдохну, блять, не добежав нахуй до этого. Ты будешь жить. Спасибо, брат. Ёпта, похильки, ёбаные волки. Зачитал? Всем? Ой, что, профа еще будем ебать? Да. Это опа, 750 удей зефирит, ю-ху! А у меня ювелирного сокета нет. Зайду на этого, как он называется, напало, блядь, за колбой, нахуй. Кому-то, блядь, кому-то, блядь... А я ему на рогу ебать. Там без тебя есть кому-то.
Кому-то, нету, блядь, сердолик падает, блядь, а кому-то зефирит, нахуй. Ну, вархиль поголстает. Ты же отдашь мне вархиль колбу? Да ебать, у меня хоть какое-то счастье, блядь. И палец на кнопке держит, исключить из ги. Отдашь, да, отдашь, нет? Он что, не слышит. Кого? Ты кому? Вархель. Тут не. А Глора уступит, кто без ГП? Ну без ГП нет, а за ГП уступит. Блять, ну если ты про Глору... Я уступлю тебе. Уступлю тебе. Если типа кроме моего пала и твоего некому брать, то забирай. Ну спросил, кто уступит. Он написал, заходи. Там Invisible, ну вроде на Глору метит. А чё, в ДД Глору типа заебись? Вы дальше еще хотите не в ДД. Да. Профа, да. Убить быстренько, и все, и расход. Ну, я уже ухожу. А, ФДК метит? Куда собрался? Нахуй? Заебал, что ты, блядь, 10 один минут. Трай. Да у меня стол, блядь, на 20-20, блядь, в ресторане зарезервирован. Куда, блядь? Все, я уже ухожу. Ты перенеси, скажи, ебаный, давай, блядь, 20-40. Блядь, у меня там уже девушка под рестораном стоит, ты что, прикалываешься? Я понял, блядь. Пускай привыкает. Скажи, я тут рейд, нахуй. Скажи мне свидание, да, с профом, да, на... Скажи, братики, скидываешь. Замена, плюсаните кто-то быстро. Если там вообще есть замена. Не, базара ноль. Сок ты 5 и уходи. 4, 2, 9, 6, и 8 осколков сверху. Спасибо за рейд, ребят. И тебе. Пожалуйста. Давай, давай. Привет. Ну, так, что это 6 потом... боссов? Нет. И на следующий КД точно плохо, у меня сколько ебанина было. Помочь. Шкаф. Я в кукле посижу. Сейчас. А этот ушел уже с рейда? Да, да, все заменили. Да. Это кто был? Сифилис? Да, он. А вы думаете, как у него девушку-то зовут? Вика. Вика. Че? Ёпта. А ты там на тацета? Шерлок Холмс, ёпта. Понял. Так, Том нет, Тич. Нет, перефаза. Том Тич, кто Оди будет? Кун, Холидрин. Серега, что я первая? Жендук Холин, Холидрин и Рарник, Ран, нормально. Так, поехали. Рарник услышал, будешь Том Тич. Дай там ассисты или проверку давай. А какими? Ты третьим, после меня больше. Ебать, Бартак, ебать. А Продекс, Эя, чё там? Пристабаф. Да, пристабафа нету, инту обновите. Спасибо, ДКшникам тоже инта важна. Чё, всё? Это... А кто в кукле, кто босса? Я в кукле, я пока выпью. Это брутальный по бафы. Маги не могут не контролировать свой баф. Закхана, чё там? Да, блядь, здесь. Против Big Brother можно чекнуть поезда. За поезда теперь ГП давать. Я вижу по айдишникам, кто это делает. Баф от поезда есть, и я вижу сразу же, кто это делает. Давай. Я так знаю, кто это делает. Мне потом напиши, а под бафы нахуй, я, блядь, всё узнаю скоро нахуй. Сейчас я, сука, сам вычислю этого. 11 правило, читайте. Это готовится. Тебе надо купить крушителя поездов, он сразу поезд сломает. Бой еще уже начинается. Давай. Первое правило, никаких правил. Уже отходим. А что за слайд-шоу пошло? Ну... Уже-то не купайтесь там.
Вадикон, ты первый. Не переведите? Да, я услышал. А, это слайд-шоу было из-за того, что у меня журнал был открыт. После зеленого босса переводимся. Лужа, выходим с лужи. Заняли позиции свои, соответственно, добавку. Блять, исчезло. Да, второго плевка не будет в красного мити. Вы чё, ебанулись? Пусть только Долоран не убегает. Там сдохли, блять, половину. Так это вайб? Да. 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 Там, да. Диван на Авелоне. Ага, диспольтику. Я тоже кидал. О, Тамазик, здесь пыль куклу. Под пельмени ставим. Танкрили дал диван. Я не ебучу, что случилось. Ну, мозг чего кончился. Блять, проф ебаный пидор. Все, всем пока. О, всем пока, еще раз. Ты сам сказал один. Это не тра, это не тра, это залупа какая-то. Подожди, это хуйня, бля, это в натуре не тра, это поебень какая-то. Вот когда убьем, это не трай. Когда убиваешь, это не трай. А что случилось? Вы мне объясните нахуй, почему такое. Я не знаю, зелень померла нахуй с метками зелеными. Почему? Не знаю, хила, видимо, не входила. На мне слизняк висел, поэтому я не знаю, почему остальные умерли. Вы прям в черепе стали сдыхать, я смотрю, ноль за хила было. Как так вообще? Когда он прилетел и взорвался, тогда все и умерли. Может быть, хилы были в красной метке? И дрочили стояли? Не могли. Может быть, хила мыча, блядь? Понятно, Сержи, больше не хилим. Мне сейчас не хилили, блядь. Я видел. Я уже когда в тебя потянулся, там уже все. У меня тычка нахуй по щину ФХП прилетела. Такого вообще не нужно. Винту, пристабав, лампу. Каска есть вон у всех. Бать, а Продекс, ты чё, встал нахуй? Ставьте шкаф. Я молюсь, это последний пул, блядь. Ну, ты знаешь, он уже чисто на душу принимает, сидит там нахуй. Так а чего человека мучишься? Может он пиздец спать хочет, там есть замена, блядь? Лёха, ты не спать хочет, он хочет быстро. Я, блядь, только накатить нахуй. Спать. Ну я говорю, нахуй, он накатить же хочет, бенегом. Все, принимайте готовность. Это, сейчас я. А Продекс забафайте, инту пристабаф, лапку, быстро по нему дали. Походу я куку. Сейчас наберу. Садите, живите. Ноль пока что. Ну че вот эти урдалаки мне там под ногами нахуй? Вот 24, они, давай. Он не хочет тебя. 5, 4, 3. Охуенно? Ой, пиздец. Гей. Это у нее это... Как, ты припортить не должен. Фрейм большой сильного профа. Я вообще тыкнул где-то в стороне. Вы бежали, лужа. Ебёт, ты припортил. Другом нахуй ты тыкнул. Ты припортил должен. Ты преподал, убили. Тыкни в попку, медведь. Сука, закрой рот. Козел. В зеленом. Бля, сука. Переводим профан. Дебафы рассосались. Рарник текает. Рарник там вообще рарник, блядь, стоит. Рарник вообще профа стоит, бьет, блядь. Тихо, ВМ. Ты как сдох, нахуй? А где мне стоять? Блять, мне шот был.
Дрюс Минюка 15467. После слизней. Вот Фокс будет штанатос. Нет, красный, правильно, профиль. Давайте добивать. Пельмени аккуратно. Смотри, сейчас еще вторые пельмени полетят. Лес это на тос. Не встань только в пельмени. Вот Фокс рез. Ну, они летят, блядь. Лучше после них. Забафайте. Лапку как обрыв забаф. Лужа. Вставай. Забафайте. Нет, пиздец. Рыжий. Пельмень. Дикон, да. Дуритен вылет, резай его. Лужи. Быстро слушай, выходим. Вставай, Вадикон. Пельмень. Я не могу встать, у меня задержка большая. Ну как разлагаешь, так стоит. Зелен. Тогда я буду первый таунтить, ражник второй. А, кто там еще может? Пельмени. Кто из ДКшников может потаунтить? Вы скажите вкратце, как это делать, я попробую. Каждые 10 секунд кидается мутирующий чувак. Он не видит ее. Ну и хуёво, значит. Если не в ДБМ не поставил. Ладно, я тебе заанонсю. Там же на рейнджу надо будет отойти, да? Да. 30 метров, чтобы босс тебя не успел разъебать. Красно, видите? Где консилятор? Умер. Нет, хилили, далеко убежал. Ну, очень далеко. Ну, а ему по-другому как бежать-то? В другую сторону надо было бежать. Да. Зелё. Тормозните его. Что-то Вадикон разлагал, нет? Не, река. Она же там пропала по-любому. После слизня быстро по профу дамажим, переводим. Будет переходка. Лужа, аккуратно. И по профу фулл дамаг. Профу подводи поближе к столу. Профа переводим. Все, отхуярьте. Че, ваза пошла? Ёбана в рот, блядь. Это спасибо. Я Седжу. Ёбаный волк. Choking soon. Тоже Седжу завис? На вкус, как вишенка. Алло. Это хуйня вообще с этот. Или с сервом, я не понимаю. Ясно, нахуй. Ну все, да не хотят играть просто. Короче, расход. Хватит. Не хотите убивать просто, да. Лол, вы чё, ебанутые?